Всем здорова, с вами Найт, мы вновь играем в Sonic 2020, эпизод «Белые джунгли». Я ее проще буду называть просто Sonic 2020. И я что решил вернуться? Я решил вернуться, потому что тут я узнал про одну особенность. То, что можно, оказывается, поиграть за вот этого вот красавца Shadow. То есть мы играли, проходили весь сюжет за Соника. И теперь сейчас мы как раз-таки проходим за Shadow. Я не знаю... Получится у меня, не получится за него вот три уровня на одном дыхании, но мне кажется то, что нет, но приятного вам просмотра, берите чаек своего кота и усаживайтесь, приятного вам просмотра. А у нас уже тут пошел, блин, выглядит он очень даже, я даже хочу остановиться сейчас. Он очень так круто по анимации разгоняется вот на этих своих роликах. Воздушные ролики, я их так называю. Не спрашивайте зачем, не спрашивайте почему, просто воздушные ролики. Почему бы и нет? Почему бы у черного ежа не было бы воздушных роликов? Так, сейчас нам тут надо... Да, да, я был прав, то, что тут у нас бо... В смысле? А, ну это, в принципе, в пределах нормы. Блин, Shadow сделан очень круто. Я приближу макси... Так, ну не настолько максимально. Блин, моделька сделана просто на ура. Даже не хуже, чем Sonic, и... По-моему, даже чуть-чуть получше, чем Sonic, но... Но к Сонику я более лоялен, так что Соник мне больше нравится как персонаж. Так, идем сюда, подцепляемся. Прыгаем. Давай, Shadow, оба. Мне кажется, ли он вверх немного не подпрыгивает. А, нет, все-таки чуть-чуть, но он подпрыгивает. И берем сюда, опять цепляемся. А, даже подпрыгивать не надо, он не так зацепился. Ну что, берем чекпоинт. И разгоняемся, бежим. Я даже не знаю, что еще про эту игру сказать. Анимация очень-очень плавная. Не так, как Sonic. Ну, понятное дело, то, что Sonic бежит как можно быстрее. И просто не успеваешь даже уследить за его движением, за его анимацией. Так, берем. Раз, два, три. Давай, и бежим еще вот сюда. Что за магия вне Хогвартса, жук, ты куда слинял? Мне кажется, или он использовал то, что свою функцию телепортации именно сказал то, что ну нахер и все, и свалил. Ладно. Давай цепляемся и полетели. Я думаю, то, что мы сейчас быстренько тут справимся. Так, а ну-ка сиди-ка нафиг. Иди-ка ты на. Стоп. Мне показалось, что Shadow сейчас в текстурах застрял. Это что такое, а? С Соником у меня проблем тут не было. Не, ну у меня были некоторые проблемы с тем, то, что я не особо понимал, куда мне идти и что, в общем-то, мне делать. Так, там есть какая-то лесенка. Так, робот, иди-ка ты нахер. Вот, я хочу сейчас спуститься сюда вниз и посмотреть, что там за лесенка, что там за ступени и что там вообще такое твори... Да ладно. Вот. О, 10 колец. Еще 10 колец. Так, мы можем куда-то сюда выйти, пройти. Да, тут какая-то секретная локация. Стоп, что, я ее не замечал. Так, давай. Shadow, у тебя ролики. Ты чего, блин, как Соник в игре Sonic Island. Sonic острова. Островной Соник. Так, бежим. Я надеюсь, то, что я не пропустил тут нигде чекпоинт. Потому что было бы очень и очень обидно. Если бы я пропустил чекпоинт, и все. И все мои вот эти вот 73 кольца накрылись бы медным тазом. Так, берем, проскальзываем. И все, и идем мы дальше. Так, давай, Shadow. Я надеюсь, то, что ты пройдешь так же хорошо, как и Sonic в первый раз тут. Ну, вправду, он немного фейлил. И, ну, немножечко фейлил Sonic из-за своей быстроты. На поворотах тут иногда вылетал. Но надеюсь, что с Shadow таких проблем не будет. Так, давай. Оба. Мы, в принципе, почти на одном дыхании сейчас проходим вот эту вот локацию. Все. Я, кстати, видел в видосе по игре то, что как-то люди умудрялись по вот этому шлейфу из кольца как-то пройтись. Как-то под ним переместиться. Блин, я хотел сейчас так же, как за Соника, подпрыгнуть, немного разогнаться и... То есть тут у нас чекпоинт, я его даже и не заметил. Я даже внимания особого не придал этому чекпоинту.
Он в кустах, блин, как иногда гаишники любят прятаться. Спрятался от чекпоинта, да и все. Правда, гаишников не очень-то ждешь, а чекпоинт очень ждешь, так что так. Ну, Шэдоу у нас так же ползет, как и Соник. Так, а ну-ка, иди вон, изыди. Нечистый ты дрон. Дрон нечистый, так. Давай, оба. Идем, раз, два. Так, а с той стороны... В принципе, там тоже улучшение, там, возможно, тоже что-то секретное, но... Но мне что-то не хочется туда идти. Так, просто и тогда идем. И попробуем сейчас как-то туда перескочить. Я не совсем понимаю, что тут по управлению, как вот по именно этим кольцам перемещаться. Мне показалось, что Шэдоу куда-то летит вообще в другую сторону. В другую вселенную, да. Так, раз, два, все. Так, мне получается, как-то надо сделать следующее. Как-то сделать следующее. Следующее! Так, Шэдоу, будь братом. Будь братом, не сри квадратом, просто запрыгни сюда. Ладно, я попробую сейчас отсюда, кстати. А мы можем куда-то вот так вот прийти? Мне кажется, что нет, но... Но можно было бы разогнаться. Разогнаться, есть! Ура! Чекпоинт. Мне сейчас самое главное чекпоинт. Ум и смекалка. Вот что делает людей счастливыми на этих уровнях. Так, идем, давай быстрее, Шэдоу. Идем, давай, скользим быстрее. Я искренне надеюсь, то, что... Ох ты ж, молодец. Так, ну вы чё тут стоите-то, а? Вот, не надо стоять у Шэдоу на пути. Шэдоу это не как Соник, он просто вам не скажет то, что... Эй, ну не надо, ну ничего там, а просто такой... Чё ты на меня блоканул? Иди-ка сейчас нахер отсюда, и все. Так, Чё-то пошло сейчас не по плану. Раз, два... Контрол! В смысле? А чё с Шэдоу, почему он подсвечиваться стал? Чё с Шэдоу, чё он стал подсвечиваться? Шэдоу! Я, конечно, все понимаю, то, что ты хочешь показать, какой ты крутой, но... Но какого хрена ты... просто такой контрол... Шэдоу, давай сюда. Давай вот так вот ползи. Так, все, опа. Так, и я надеюсь, то, что ты сейчас не вылишься. Я даже не увидел это кольцо, за которое надо прицепляться. Так, раз, два, все, сейчас мы тут их позбиваем, поделаем всего им самого наилучшего. Оба. Можно, по идее, в ту сторону, но туда я не знаю, как туда добраться. Или туда никак не доберешься, ладно. Сейчас по проверенной тактике ждем, пока они выстрелятся вот так вот в линию как-нибудь. И целимся сначала на одного, затем на второго, затем на третьего. И все, и мы завершаем этот уровень. Я не знаю, сейчас мы попробуем еще вот этот второй уровень. Будут тут какие-то катсцены или не будут, я уже вообще не понимаю. Но за Шэдоу мне что-то очень понравилось играть. Хоть несмотря на то, что я больше как бы фанат Соника, Шэдоу я такой, ну черный ёж, фиг с ним. Вот. Выглядит прикольно, такой весь брутальный и весь он черный и все. А, типа мы вот этот уровень прошли, зашел и теперь тут выбирать, если. Я бы хотел самое жопораздирающее пройти за Шэдоу. Попробовать точнее. Если получится, то получится. Если нет, то нету. Как бы мы геймплей за Шэдоу уже посмотрели. Вот, я не знаю, я выложил уже видеоролики с прохождением основной сюжетки или еще нет. Потому что... А, не, по-моему, еще нет. Ну, значит, скоро выложу. Вот, сегодня какое, чтобы немного не наплашать взятый. То ли 16-е, то ли какое-то такое марта. Ну и хрен с этим марта. Нажимаем play. В смысле? Нажимаем play. Потому что вот этот вот второй уровень, там просто бродить, ходить. А тут за Шэдоу просто... Нихера себе ты летишь, как ракета какая-то. Давай, Шэдоу. Вот Шэдоу, я не знаю, он как-то более, он то ли как цепляется, то ли еще что. Давай,
Берем и бежим. Бежим. Ладно. То есть я немного наплашал. Тут тоже может быть как Соник, который может просто взять и вылететь за пределы карты, сука, вы не вылетай. Давай. Блять, немного не ту. Немного не та труба. Ладно. Побежали. Сейчас мы энергию никак не расходуем. Сейчас мы... В смысле? Опять такие же Ну вы поняли, метаморфозы как у Соника, что ли? Опять что ли? Что Шэдоу не хочет в трубу залетать, что Соник тогда не хотел. Так, давай. Ох, блядь, мое самое нелюбимое. Так, ладно, понятно, мое самое нелюбимое. Ну что ж, я так думаю, то, что я тут потрачу немало времени. Основной бомбеж я, так понимаю, я выложу с основным прохождением игры. И как раз таки, если вам понравилось данное видео и вы хотите больше таких, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем до скорой встречи, всем удачи, всем пока, а мы с Шэдоу улетаем опять вниз.